шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета прошло очередное заседание дискуссионного клуба. На этот раз темой для обсуждения стал мини-сериал, посвященный аварии на Чернобыльской АЭС, снятый американским телеканалом HBO совместно с британской телесетью Sky. Чем фильм, наверное, самое ценное в нем, на мой взгляд, он, по крайней мере, показал, что люди не представляли эту опасность и не знали, что делать. Вот. И когда ты знаешь, какую опасность представляет тот или иной объект, ты понимаешь, что и как надо поступать. Участниками дискуссии стали живущие в Казани ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, а также технологи и эксперты по безопасности на промышленных предприятиях. Так как Татарстан является промышленно развитым регионом, в нем сконцентрированы различные производства, среди них немало и опасных. Если бы на одном из таких случилась авария, то по масштабам она не уступала бы Чернобыльской. Я понимаю, я прекрасно понимаю, и даже понимаешь потенциальную опасность очень многих предприятий, потенциальную опасность. Но говорить о том, что у нас есть все предпосылки там для Чернобыля в Татарстане, я думаю, что это очень такое сверхсмелое заявление. Лилия Талипова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.